Прапорщик Саманта Ефременко отрабатывает технику стрельбы. В руках штатное оружие. Уже через неделю леди в погонах выполнит норматив по сборке и разборке пистолета Макарова. За 6 лет службы, признается сотрудница департамента охраны, случалось всякое, но конкурс красоты впервые. Я очень горжусь предоставленной мне возможностью участия в этом конкурсе и представить Бобруйский отдел департамента охраны. Я думаю, что этот конкурс поможет мне реализоваться, показать себя и познакомиться с новыми интересными людьми. Вместе с коллегой за звание «Мисс Охрана» будет бороться и Валентина Полищук. Миловидным правоохранителям предстоит проявить не только профессиональное качество, но и творческие. В программе также дефиле в вечернем платье и парадной форме. Я также принимала участие в подобных конкурсах, которые 4 года назад проходил в городе Могилево, областной конкурс, где заняла 2-е место. Также мы принимали с семьей участие в конкурсе «Семья, служим вместе». Также там заняли почетное место. В конкурсе красоты имеют право принимать участие сотрудницы департамента охраны до 33 лет. По итогам суперфинала, который пройдет 11 марта в Бресте, выберут 9 дам. К слову, Могилевскую область представит только Бобруйск. Весь коллектив Бобруйского отдела департамента охраны, вся Могилевская область будет держать за них кулаки. Мы очень болеем за своих девушек. Не исключено, что диадема и главный титул «Мисс Охрана» достанутся одной из бобруйчан. Ведь им все по плечу. И службу нести, и освещать мир красотой. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.